И вероятность в кубите мы можем менять так, как захотим. Кажется, квантовый компьютер помог. Всякие штуки собирать и разбирать. Компьютеры там на несколько тысяч кубит обучаются чему-то. Намного быстрее. Я стал экспериментатором. В чем твоя личная мотивация? Есть вещи, к которым ты предрасположен. В мире никто не знает, что на нем можно посчитать. Кого это беспокоит? Мы должны поймать ионы. Когда мы что-то делаем с одним, про это сразу бы узнавал другой. Звучит перспективно и очень опасно.